Ферхат, ну что там, вы поймали этого мерзавца Ихсана? Поймали, и сестренку твою тоже. Но она на тебя очень обижена, говорит, почему сам не приехал, а прислал трех бомжей. Кто ты такой? Я тот, кто убьет твою сестру, если ты не отпустишь Полата Алимдара. Дай ей телефон. Твой брат в конце концов вспомнил, что у него есть сестра. Переживал и хочет услышать твой голос. Брат, брат, я ни в чем не виновата. Во всем виноват Ихсан. Спасибо, Джейд, я не забуду твое доброе дело. Убей их, раз уж поймал. Избавь меня от убийства сестры. Полат Алимдар, ты упал? Очень некрасиво, такой человек, как ты, и упал. Я-то встану на ноги. Но вот вы после этого стоять не сможете. Ну давай посмотрим, как ты встанешь, Полат Алимдар. Я прям заинтересован. Узнаем от тебя еще пару приемов, пока ты не отправился на тот свет. Ну, я жду. Нет-нет, Полат Алимдар. Ты только болтаешь. Ты упустил Полата Алимдара из рук. Если у тебя еще раз будет возможность, не давай ему так много разговаривать, а лучше сразу убей. Бегите за ним. Если Полат Алимдар сбежит, я всех вас поубиваю. Джаид, есть какая-то проселочная дорога. Он же сказал, она замаскирована. В эту сторону. Кажется, Джаид нашел место, а там перестрелка. Акиф, ты должен хорошо определять эхо в лесу. Идем в эту сторону.
Что вы делаете? Стреляйте! Стой! Тихо. Идем. Айрес, он попал в нашу ловушку. Фатма, прикрой Абдульхея. Брат? Осторожно. Брат, мы умрем, если останемся здесь. Умри тогда. Брат, я-то умру, это не важно. Но ты должен уходить. Брат, ты в порядке? В порядке, Абдульхей. Вы поймали Айраза? Он сбежал. Брат? Джейд, как мой отец. Его состояние не изменилось. Шеф, а где Пойраз? Я засунул его в такое место, что он пошел Пойразом, а кем выйдет, неизвестно. На какую гору ты его отправил, брат? В Израиль, на гору Сион, Джейд. Раньше, чем через 2000 лет, он не появится.